Всем привет! Нахожусь сейчас в Суко, хотела сказать, в большом Нутрише. Скажу вам, так довольно-таки очень красиво, даже дух захватывает временами. Дельфинарий, честно, не хотела посмотреть, просто посмотрела, сколько стоит билет. Билет стоит 800 рублей взрослый и 200 рублей детский вроде бы. Вот. Погода сегодня приехала сюда, шел ужасный ливень. С погодой конкретно не повезло, пришлось пережидать где-то в кафе, и солнышка как такового нету, ну купаются вот там 2-3 человека, такие очень сильные волны, вообще было штормовое предупреждение, поэтому скорее всего я только поснимаю и буду возвращаться на работу. Да, будет все не по-человечески, не по-людски, да, ну начнем со входа в дельфинарий, вот он находится здесь. Туда я не знаю дальше, как пройти. Ходила, кружила, но туда я не смогла попасть. В общем, вот такой замечательный вид. Прямо честно. Ну, камера, сами понимаете, этого не передаст. Вот эти замечательные горы, вот это вот после дождя, вот это испарение, или как его назвать. В общем, вообще кайфово, честно. И воздух прям такой обалденный. И вот там, где-то вон там, оп, вот именно там купается народ. Несколько людей, мы, наверное, туда тоже с вами пройдем. Облака на юг, пальмы над головою веяли, как в раю. Женщина без остатка, женщина для любви, таяла, словно воск в руках моих. Ладно, это не я. Мужик решил уморить. Не спросил меня, где же море? Было так оригинально. Так, какие волны. Посмотрите, что творится. Я не знаю, как люди еще лезут купаться в такую погоду. Вообще красота. Да, где-то там, походу, дельфинарий. Подожди. Где я была? Я не поняла, куда я вышла вообще. Ну, вроде тут блудить негде. О, пойдем туда. Ну, если честно, я вам скажу, пляж не то что грязненький. Пляж просто ужасно грязный. Я пока шла и, знаете, не особо осматривалась, но я уже увидела 4 шприца. Представляете, а если идти смотреться, что где валяется. Поэтому не особо приятно. Ну, вода, естественно, чище здесь. Все меньше отдыхающих. Какая-то вышка. Что там? Колючая проволока. Ладно, мы не пойдем за колючую проволоку. Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде переплетались тени. Женщин и их мужчин пахло, как орхидея, тело твое в ночи. И в темноте сказал я, завтра я улечу, чтобы понять, как я тебя хочу. Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. Марджанджа. Знаете, бутылки дырявые валяются. Чего это делает? Шприцы, бутылки.
тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких, южной любви ответ. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. А, зараза! Что это я поцарапалась, как больно! Сучка! Сучка! Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. О, Марджанджа. Что, дверь? Мамочки, где тут что написано? О, ой. А, маяк, правильно. Памятник. Маяк поставлен в память о героических подвигах моряков Азова Черноморского пароходства, отдавших свою жизнь за честь и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войны. Как-то так. Что там? Это еще штуковина стоит. О, ну там обрыв, наверное. Я не знаю, сюда нет. Боюсь таких вещей. Что там? Что-то продают. А это что за пьедестал? Это нужно мне вставать. Русская православная церковь. Маяк, часовня Николая Чудотворца. Воссоздали сию часовню. И Саул на водный торпеда. Понятно? Ну, часовня. Ой-ой-ой. Нет, в таких местах я себя не всегда хорошо чувствую. Мне... Знаете, это называется насмешили. Дельфинарий. Отсюда, вот, пожалуйста, вот он. То есть я могу сесть вот в это вот, вот в это вот кафе и наблюдать за дельфинами. А, вообще, как-то не продумано, я не знаю. В общем, сейчас мы пойдем по побережью. Хотела сходить на нудистский пляж найти. Но мне сказали, что до него нужно на катере ехать. То есть пешком я никак до туда не могу дойти. Находится где-то в 3 километрах отсюда. И без катера просто туда не добраться. Вот так вот жесть. Что, неужели люди отсюда плывут на нудистский пляж? В общем, ладно. Не суть важна. Сейчас мне главное дойти вот до того пляжа. Здесь такой резкий обрыв, мне, честно, мне даже страшно. Как вот здесь с детьми гулять? Я не знаю, я бы, наверное, побоялась. И вот там ходят, гуляют маленькие дети, и мамы даже не смотрят.
Как такое возможно? Все красиво, все хорошо, но чтобы не смотреть вот так за детьми. Здесь какая-то непонятная будка стоит, тут, наверное, живут рабочие или еще кто-то. Там что-то делают, что там такое? Это что? Где я иду? Не понять. Блин, прикольно. Нет, страшно, если что-то мне на голову обрушится. Вот это будет не прикольно, не нисколечко. Я хочу добраться вон до того пляжа. Вон до того. А тут запросто можешь... Такой пляж тоже полупустой, потому что погода не ахти. И что-то там вот такое вот наверху, я не знаю, то есть поднимается. Я походу тоже туда пойду. Только я не знаю, что там. Если там... Ой, блин. Если там кафе, меня это очень-очень расстроит. Потому что я не собираюсь здесь в кафе. Лестница. Что же там такое? Мусор. Как приятно. Очень приятно. Что-то там интересное. Ой. Я еще не находилась уже. Там, походу, реально кафе. Ой, бля. Какой-то дом. Я вышла на остановку, от которой я приеду домой. Ничего интересного. Поэтому спускаюсь обратно. Очень высоко. Очень высоко, ну? Есть немного. Ладно. Нафиг. Ой. Выключу немного камеру, а то точно что-нибудь споткнусь. Прикольно. Знаете, вода очень теплая. Прям вот иногда заходишь и холодно, сразу долго стоишь, привыкаешь. Нет, вода теплая. Ну, может, от того, что нет солнца, и мы так не так нагреты, и даже мне немножко прохладно, надо сказать. Но тепло. Кайф. Полностью, конечно, не искупаюсь. Знаете, меня унесет куда-нибудь далеко-далеко. Ёп! РСТ. Так, меня уже уносит. Так, стой. Да уходите отсюда. Буду очень-очень скучать.